Здравствуйте, любимые зрители! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА сериала «За Германию» в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо имеется в описании. Всё-таки всегда интереснее смотреть с самого начала, да и пояснить настройки карты в данной партии надо. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Да, ну, не знаю, у меня вроде норм все. Вы загрузились? Я тебя догружаю еще. Так, я загрузился, но ходить не могу. Ну, это комп, видимо, походил. Или могу. Так, почему в Новгород я не могу отправить? А, подожди, это караван. Я вот про шпиона. Так. Все это недовольство, это у меня явно от войны, да? Не забывайте первый ход без таймера. Ну как, вспомни, что как. Считаешь, надо заканчивать уже, да? Sports do not build character, they reveal it. Так, морских юнитов. Юнитов от нового времени до информационной эры. Накапливается уничтожение юнитов прошлой эпохи.
Так, давайте, наверное, поменяем довольство. Вот бонусы от соседей театральной площади и стадионы производят плюс одно довольство. Потому что пища мне, по-моему, сейчас не особо нужна. А вот стадионы строить, это да. Стадион 1100 стоит. Так, ладно. Демократию открыть. Так, что у нас там с туризмом? 103 и 112, да? За 17 ходов по туризму не победить. Да, конечно. Конечно, нет. Конечно, надо да. Больше 100 туризма набрать. Это нереально. Приобрести апостола. А у меня что... Не укреплена до конца. Укреплена. В общем, знаете, давайте я... Не успел. Ну, если не хватит, то, типа, взять верование, чтобы быстро вот удалить тут исламское. Конечно, религии тут не победю. Темпломайор. А кто там спрашивал, кто Темпломайор построил? Вот вам, пожалуйста. Вот только сейчас кто-то Темпломайор построил. Я спрашивал, я построил. Но что странно, я не видел его возможности построить дальше. Ну что, там не было территории. Так, я только думаю, надо ли мне там стадион строить. Здесь развлекательный. Где тут что? Это производственный. Вот развлекательный. 3, 4, 5, 6. Значит, стадион тут надо купить просто. 1100. Следующим ходом. Раз, два, три. 5-6. И там фракт. А вот Майнца уже не... То есть и в Майнце нужен стадион. Всех остальных пока не нужен. Так. Ахен. Археологический музей. Тут мы стадион купим. Поэтому строим археолога. Русский, куда у тебя вертолет через океан летит? Разведывать.
Надеюсь, там атомная подводная лодка нигде не плавает с боеголовкой. А зачем они там плавать вообще? Кинуть в кого-нибудь? Это была бы хорошая идея. A satellite has no conscience. Сто девять, 121. Блин, ну фиговое, короче. Повышение варваров обращу. Хотя, слушайте, а давайте возьмем варваров. Я вот смотрю, там плавают какие-то крейсеры. Попробуем обратить, почему нет. Так, покупаем. Блин, одного золота не хватает. Знаете, что продам тогда вот эту роту. Слушайте, а при удалении юнитов деньги не возвращаются, да? Я уже забыл, как тут в шестерке. Или будут какие-то... Нет, вообще ничего. Вообще нисколько. Плохо. Так, ну и где тут? Я вот там вижу, вот. Ну, поближе хочется. Что ли нету? Шедевр спереть не удалось. Могу смотреть подводные лодки русского.
А вот и атомная. То есть все-таки плывешь атомными подводными лодками, да? Просто лодочка плавает, так сказать. Ну, я не одну ее вижу вообще-то. Там у тебя их несколько. Сто двенадцать, 126. Тебе не кажется, Конго, что стоит на русского напасть, чтобы у него поменьше культуры было? И ты смог лучше туризмом победить? Напасть на русского? Я боюсь, что вы на меня сейчас вдвоем нападете. Ты, наверное, что-то интересное сказал, но я, к сожалению... Я говорю, что напасть на русского, конечно, хорошая может быть идея, но я сейчас боюсь, что вы на меня вдвоем нападете. А, немец и... Да, немец. 115. Ну вот у Бемерка 3 туриста в ход добавляется, у Вишневецкого 4 туриста в ход. Если 3 туриста в ход добавляется, то, в принципе, а оно сейчас будет возрастать таким снежным комом. Парк быстрее построится, чем я его куплю, так что лучше строить. Блин, а тут нету варваров больше. Да. Раз, два, три, четыре. Два, три, пять, шесть. А, тут фабрика есть? А, тут фабрика, так она на всех и влияет, да? Только кроме Куритибы. Америка предложила. Распылим. Юниты чуть поширше надо поставить, чтобы если он кинет ядерку, не так много у меня юнитов умерло. Even though the future seems far away, why is a woman to be treated differently? Так.
О, наконец-то. Я избавился от недовольства везде. Слушайте, а почему у меня Рио написано, что он оккупирован? Ты ж мне вроде его отдал. Ты его захватил, да? Не знаю, я вижу. Оккупирован. Я не отдавал, ты его захватил сам. Я отдал тебе Бразилию. Нет, подожди, я его захватил, Рио захватил. И тогда кидал тебе, как заключить сделку, мир, что ты да. мне его... Нет, нет, я закрутил сделку на Бразилию ты меня, а Рио там не было. Ну вот я тебе сейчас кину. Я не понимаю, кто мне каждый ход в Берлине ломает производство? Каждый ход. Америка, ты приняла предложение, не понял? Да, да. Хотелось только найти, что ты не дал. Почему-то не в тот же слот стал, прям. Оттуда вынылось, а обратно не повернулось. Это там напрягает. Кошка была. Кошка древнего мира? Вот это не скажу тебе. А, ну да. А кто производитель? Автор. Я за своей коллекцией не особо следил, поэтому сказать не могу. А ты его для себя собирал? Да, недалеко. Только рядышком. Ну, значит, твои. У меня твоих вообще полно. Ребята. Надеюсь, он подойдет этого обстрелять. Так, зоопарк тут не нужен уже. Там есть два исторических места над Детройтом, там рядом. Над Детройтом означает, что они твои, а у меня твоих полно. Ну я туда не ходил, там горы. Там чит. Да я вижу их, я просто думаю, бесполезно туда идти. Авиацию мы не строим, да? Почему? Хочешь, строй. Ну там с ним багов нету? Блин, я не слышу. Я только слышал, авиацию мы не строим. Багов нету. Ну, возможно. Какие там были баги? Что, она пропадала или что? Я не помню, мы были просто. Вообще нету никаких. Ну вот, наверное. Не успеет по культуре. 10 ходов осталось. 10 ходов для чего? До победы Халецкого. Может, до 200 ходов? Ну, сейчас 189. Да, да. То есть либо война, либо культура никак, да? Ну да, ты идешь еще вперед. Грубо говоря, сколько у тебя ходов? Не очков, говоря, я что-то посмотрел. Ну, в смысле, внутренних туристов. А, Бимиров, сколько у тебя культура ходов? А, ну я могу сейчас смотреть. Не знаю. Посмотри. У тебя больше туризма, у тебя явно больше. Блин, ну вот куда отправлять? Ну, у тебя 3 туриста внутренних, а я 4, грубо говоря, добавляю. Даже если 5, 2 туриста, разница сокращается.
Там еще входов 50. Нужно повоевать еще. Все амфитеатры пустые практически. Что с этим делать? Ну, ты забрал всех этих самых. Ты думаешь, я забрал их? Да, у тебя Стокгольм был всю игру почти в сюжете. А нет, я знаю, но имеется в виду писатели. Сколько у тебя писателей? Я не буду считать, слушай. Но они у тебя есть, да? В смысле? Ой, я спер. Ну, писатель. У Конга. Живых нету, они у меня все активированы. Не, ну понятно, но имеется в виду, что это... Ой, я нашел сейчас стоящего этого писателя незадействованного. И музыкант. Пытаюсь выманить крейсер на себя. Я думаю, что на меня никто не нападает. Ну, понимаешь, если нападут, то, возможно, побежу я по культуре, поэтому никто не хочет. А как? Нет, то, что победил, ну, меня... если тебе... Нет, достаточно там раз, два, три, четыре города тебе уничтожить полностью, у тебя сразу культура упадет, следовательно, меньше... Ну, извини меня, все равно тебе сколько у тебя, четыре туриста в ход, извини меня, тебе посчитай, там практически 25 ходов. Как бы не важно. Я не намного. Ну, в общем, короче, шансов нет. Ну, можно, конечно, протестить. 10 ходов, это нужно. Другие цифры. Так, ну пока я по очкам, получается, побеждаю, да, на 100 очков, все остальные так ровненько. Слушайте, вы так ровно по очкам идете, у вас разница 1 очко, вы видели? Да, кстати. Причем каждый по-разному это добивается. Больше всего у Ессентуков за империю, зато у Бимера за технологии. А хотя технологии уже все практически открыли. Мне вообще последняя теха осталась открыть. Да, то же самое. Хожу апостолом, обращаю ракетные крейсеры варварские. Самое время. Армия что-то у вас растет сильнее, чем у меня. Воу, а что началось? Ух ты, ёлки-палки, я думаю. Ага. Ты будешь пытаться захватить Конга, что ли? Попытка не пытка, чё? О, меня прямо слепило.
города сразу же уничтожаются. Это в Бенкун моде было. Да, туризм ты хороший, не основательно. I would say invisibility. Так. Ну, пока не особо. Я вижу. Чтобы Бимерок побеждал. Сколько у тебя культура? Ты же видишь. Нет, сори, 300. Ты тоже видишь это? Нет, я не вижу. В смысле, открой вкладку победы. А, призм заход. Ну это ж копейки. Я не спорю. Зачем ты уничтожал мои города, непонятно. Нам куча всего мешало. Так они мне все равно ничего не дают, пока я тебя полностью не вынес. А туризм они тебе не дают? Вряд ли. Ты точно смотрел, потому что везде было куча всего. Особенно в этом городе, который он у меня стоял не ранее и искал всего. Сменится это, чтобы города захватывать. А что это у меня все идти? Я же не менял ничего. А, у меня этот столица сменится. You don't stumble upon your heritage.
Ой, блин. А, ты тоже уничтожил. Да оставь ты город тут поедет. Сколько у тебя бомб? Ты пустил меня 3 бомбы пустил? Чего? Сколько у меня бомб пустил? 4. А, тут все, да? Нет, еще одну могу. 5 на человека. 2 за этих самых и 3 за вынесенных врагов. Ты прям все сбросил на... несчастного. А на кого, помню. На кого сбрасывать? Я думал, если у него культура упадет, может, будет какой-то шанс. На тебя сбрасывать нет смысла, по очкам можно победить. Просто упадет твоя культура в ход, следовательно, мне меньше будет количество нужных туристов набрать. Меньше, просто замедлится, но твои же туристов не увеличится. Я не понимаю, зачем ты вообще уничтожал мои города, надо оставлять бы. Еще там... раз тебе говорю, внутренние туристы зависят полностью от культуры. Это я знаю, я говорю, что тебе нужно оставить было мои достижения, у меня куча туризма была. Ты же понимаешь, что пока я тебя полностью не захвачу, они не будут у меня действовать, потому что города оккупированы. Или не понимаешь? Мы не должны действовать. Нет, не должны. Ты попробуй не уничтожать. Там данный закон. Кто меня там убивает опять? Ну что, и на море нигде не взять шедевров. Блин, у меня вообще только 2 места археологических раскопок. Все остальное уже выкопали. Хрень какая-то. Что, и на море все выкопали? Да, я на море много чего выкопал. Тут еще много, Леш, вот видишь, где Детройт? Я говорю, над Детройтом там 3 места. Что там по культуре? Там ничья территория. Тебе даже не дойдешь. На самом деле можно уже пропускать ходы, посмотреть последнюю картиночку.
6. Да, норм. Плохо слышно вообще тебя. Так чего? Скажет, как бомбу запускать? Нажать кнопочку и пустить. Там нужен либо атомный подвод. Да, атомная подводка нужна. Либо самолет, по-моему. И еще этот нужен. Часто. Просто с атомом не запускают. То есть любая атомная подводка должна, по идее, идти на себе заряд, если я ее хоть раз построил. Да. Да. Вот эти очки империи за счет, они даются за территорию населения? За количество городов, территорию. Что-то у Вишневецкого наоборот даже как-то повышается культура.
Ты у него вообще ничего не захватывал, просто сбросил? Сбросил, да уничтожил два города, один захватил. Может, ты просто уничтожал те, где у него нету шедевров? У меня везде. Где у него мало культуры? Везде мало. Основные города красным захватили, кстати, основные же уничтожили. There is nothing like a dream. На тебе попало. Давай. О, ответочка от Конга. Да так, просто обидно. Блин, жалко, у меня там нечем захватывать. Ох, только одна ракета. Вот, конечно, ты мой знатный. Ну, я специально кидал ракетки, чтобы их флот убивать тоже. Да я понял, я еще встал, да, он возле города, но город будет еще что-то совсем не допёр, что да, за ним уничтожает очень плохо. Я говорю, да я до этих эпох я доигрывал, когда только с компьютером играл. Можете пропускать ходы уже, в принципе, что тут? Да, культуру тут не видишь, у меня хотя бы 1500 единиц. Надо иметь эти парки культуры. Как называть? Пляжи. Пляжи у меня есть, кстати. Да, сколько у тебя насчитал? Один. Я вот, кажется, два построил, но я что-то сейчас подумал, когда ты начал читать города, думаю, чего я пляжи не строил? Гнался за этими артефактами, они, конечно, хорошие, но один пляж, по-моему, десяточку дает. Двенадцать очков туризма. Вот это просто так. Так я спутника не запустил в этой игре. А ты строил эти самые, да? Космические... Нет. Вообще нигде космопорт не строил. Я не вижу еще одну треть, наверное, карты слева. Я вообще вот только... Я даже полностью русского не вижу, полностью Конга не вижу. Я вижу только... Сам с собой поиграл. Они... Потому что я по ней шпион погонял, поэтому вижу какую-то часть. И все. Ну, не помню. Че, я в Буэнос-Айрес увидел вот сейчас только. То есть вот это бывшие города Египта, которые захватил Конго? Нет, который русский захватил. А, это ты захватил? А Конго разве не воевал с Египтом? Да, он воевал, он Нехен захватил один раз. Да, кстати, Нехен не в России. Но потом потерял. Два хода. Надо было нападать на столицу у этого. Он бы туда не отбился. А столица Египта только с одной морской клетки атакуется. А я практически с одной я отбил его. Нехин с двух. Ну, мне она не потребовалась. Я вот не докупал с одной.
И он, кстати, благодаря двум клеткам и отбил мне этот В общем, мне архипелаги понравились. Я бы даже еще, наверное, сыграл. Да, мне тоже. Главное на архипелагах найти первый Мокленд. Отлично вообще. Ну да. Залог на успех. Главное, чтобы на архипелагах его, кстати, лучше бы его не было. Вот это единственное город-государство, которое тут реально очень сильно помогает. Ну, мне вот на территории вообще не повезло, у меня ни одного холма. Мне промка давал только Мокленд. Ну, тут вообще как бы территория не особо с холмами, честно тебе скажу. Ну, у меня тоже холмов, немного ноль холмов. У меня горы есть, да, а вот холмов как-то не особо. Достроил я все-таки медицинский арсенал. Который запрещен, да? Да. Все, тебе бан. Получается. Инфосоточка. Грузим сейф. Грузим сейф, да. Опять он все-таки построил этот венецианский арсенал. Не оставалось там 5 хвостов. О, а почему не стало города этого русского? Он разрушил сразу. А, немец захватил, да? Да. А ты его шел захватить? Да нет, просто я шел, сходил в туалет, а его нет. Не захватишь ты Мемфис. У меня, кстати, урана не было вообще. Угля у меня вообще не было. В Бразилии был. То есть у тебя бомб, что ли, нет? Вот на кого надо было сбрасывать бомбы, да? Но у него очень много кораблей было. Настроил. Очень много. Never again can I gaze. Even though the future seems far away. Мирка стало так мало очков. Так у меня три города захватили. Естественно, стало меньше. Ясно.
кроме вот этого Хекина еще какие-то заходили, да? Ну да. Да, не про немецкий, а вот до этого. В смысле, час. Вот. Да, кто-то да, захватил. Попал. Немец захватил. Слева на меня. Справа, точнее, атаковал. Я просто вижу, что Санкт-Петербург... Тулу, что ли? Чего? Ты про Тулу говоришь? Да. Ладно, всем спасибо за игру. Ну, сейчас посмотрим, может еще какие-нибудь... Нет, победил. Я еще победы по очкам не видел, кстати. Интересно, дадут мне какую-нибудь ачивку. Ну что ж, давайте подведем итог завершившейся игры. Во-первых, сам формат. По-моему, он получился намного-намного лучше, чем мы играли до этого. Архипелаги позволяют... разные войска использовать. Отключенная научная победа не означает, что вырвавшийся вперед по науке человек уже автоматом победил и все сдаются. Включенная победа по очкам заставляет всех воевать, даже в течение всей игры, потому что если ты не захватываешь, а сидишь просто в развитии играешь, то ты и не победишь в этой партии. И до самого последнего все воевали, это было интересно, по-моему, и воевали как бы не просто, чтобы повоевать, а с определенной целью. Возможно, 200 ходов многовато, в следующих партиях мы немножко меньше ходов сделаем. Многовато, я исхожу из того, что все технологии уже были несколько ходов открыты постоянно, то есть там чисто технологии будущего изучались. Мне кажется, это не очень правильно, ну и социальные институты тоже. Если же говорить по моей игре, то, возможно, я видел в комментариях, что писали, я не совсем правильно районы ставлю и прочее, но вы немножко забываете, что у нас ограничен таймер, не всегда просто успеваешь правильно подумать. Да, наверное, я не очень согласен с теми, что, кто говорил, что первым делом надо ставить ганзы за Германию, а потом уже все остальное. Мне кажется, на такой карте, да и вообще на любых картах, в первую очередь надо ставить районы для караванов, а в случае архипелаг это естественно, гавани, потому что и очки великих флотоводцев идут, и даются караваны, чтобы свои города развивать, это и дороги, хоть это и архипелаги, но дороги все равно нужны, и дополнительная еда и производство. Так что не согласен, что прям первым делом обязательно нужно ганзу строить. Но вообще, конечно, Германия очень сильная нация, их подлодки, как видите, у меня не было урана, поэтому я не смог строить атомные подводные лодки, но мои подводные лодки немецкие совершенно спокойно стояли против подводных лодок следующей эры и против ракетных крейсеров. Собственно, получается, что выходишь в ганзы, надо все ганзы построить, естественно, фабрики и полностью до... порты, полностью все гавани построить, чтобы строить армады в ваших портах. И таким образом за Германию довольно просто захватывать всех вокруг или отбиваться. Ну а на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Играйте в умные игры. Всем пока.